Ну а перед началом хотел бы посоветовать свой телеграм-канал. В этом телеграм-канале ты можешь пообщаться с другими людьми, посмотреть разные фоточки, всякие приколдессы и самым первым узнавать о новых видео. Так что сканируй QR-код на экране, который ты сейчас видишь, и переходи быстрее. Ну а мы тогда переходим к самому ролику. Ну что ж, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Тимис, и со мной сегодня Жабеба, Зудаист, Вейзи, Попкэт и Шега. Шега уже, да? Да, да. Ну ладно. И сегодня у нас будет подробный гайд, как пройти новый ивент. Тут уже есть... Ну, вот это я тоже объясню. Все, тогда не будем затягивать, начинаем. А ты уже подписан на канал Тимиса? Ну-ка, быстро подписался. Так, ну что ж, чтобы получить, получается, чтобы у нас выполнен первый квестик, нам надо первое. У вас будет на этой ламбе вот тут вот тест-драйв, получается, вот такой же, как и на вот этой вот. Просто вот тут у вас будет тест-драйв, вы берете на тест-драйв, ну, к примеру, я возьму вот эту на тест-драйв. И вам, получается, надо... Сейчас. Блин, я потерял ее. Сейчас. Так. Как я понял, вам надо, получается, не на вот этой вот ламбе, а на вот этой вот ламбе вам надо проехать, получается, 20 гонок на тест-драйве, а потом вам надо пособирать шары. Получается, вот вы приезжаете вот сюда вот. Не знаю, будут у... Да ё-моё, будут ли они у меня сейчас? Так, а ну-ка. Так. А у меня нету? Они у тебя будут, ты просто другие поищи трамплины. Если кто-то собирает, то все, их нету. Ты как на этот мост заедешь с улицы, ты сразу едешь вот налево, а там шары будут. Нету. А где ты заезжаешь вообще? Ты вообще вот тут вот ездил. Ну просто едь и увидишь. Вообще нету нигде. Над трамплинами. Кто-то забирает Синич. Их? Да, когда их кто-то забирает, то их не видно. Ну, получается, вот тут вы должны это собирать вот эти вот какие-то, ну, 2Б тут будет что-то, вот это вот шарики. И, получается, вы тогда выполните первый квестик, вот этот вот. Но мы тогда будем выполнять второй квестик. Так, ну что ж, получается, чтобы выполнить вот эти вот два квестика, получается, первое, что нам нужно сделать, нам надо проехать, как я понял, 50 любых гонок, да? Да. Okay. Да. Ну, не обязательно гонок, просто кругов. Так, получается, сейчас то же самое, что и с первой ламбы. Мы берем вот эту машинку на тест-драйв, и теперь мы просто тэпаемся куда? На вал? Да, там проще всего. Ну, давайте. Получается, мы сюда тэпаемся, берем овал, и будем проезжать, получается, вот эти вот 50 кругов. Да, мы вернемся, когда уже проедем все. Так, ну что ж, получается, мы сейчас проезжаем вот круг, и все, мы выполняем вот этот квестик. Мы просто ездили на овале тут на треке, вот так вот круги, и мы 50 кругов так проехали. Ну и получается, у нас остался последний квестик, нам надо проехать 400 милей. Получается, пока мы проезжали вот эти вот 50 кругов, я наехал 122 мили, можно сказать. Я тогда поехал проезжать эти мили. Так, ну что ж, получается, я проехал уже 256 мили. Получается, дальше, я думаю, уже, блин, ну я потом уже пройду. Но я думаю, вы поняли, что на тест-драйве просто надо на вот этой вот машинке ездить. И вот так вот вы фармите в мили. Так, ну что ж, получается, по прохождению вот этих всех квестиков, я пока что не все прошел, я пока что не получил, но в общем, я думаю, вы поняли. Мы получаем вот такую вот, это ламба же, да? Да. Да. Получаем вот такую вот ламбу, в принципе, на тест-драйве тут уже видно ее характеристики. Ну и получается, тогда на этом наш гайд заканчивается. На этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Тимис, Попкэт, Жабеба, Вейзи, Шега, Дзудаист. Ну, короче, все остальные. Все, всем удачи и всем пока!